Почти 20 автомобилей сгорели этой ночью в Одессе. Первое сообщение в полицию поступило из Овидиопольского района. Три машины превратились в груду металлолома, 6 повреждены. Через полтора часа авто пылали уже в центре Одессы на парковке возле жилого дома. Микроавтобус и иномарка уничтожены полностью. Две машины рядом сгорели частично. Еще через несколько минут пожар в Малиновском районе. Повреждены 5 автомобилей. На капоте одного из них нашли остатки пластиковой бутылки, проволоку и батарейки. Автовладельцы убеждены в том, что это был поджог.